Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бревланд. Так, что они тут у меня стоят? Наверное, хотят, чтобы я их купил. Но у меня фулл армия, так что я пошел дальше. Так, здесь у нас мечник, а здесь лучник. Я хочу, наверное, пойти сюда. Ага. А вот и наши сбежавшие послушницы. А ну-ка, парни, луки к бою. Так, давай, ты у нас быстро бежишь, я знаю. А метнуть ножик не хочешь? Нет. Не хочет. Так, крестьянин, пошли. Лучник, 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 давай стреляй. Тиш! В ответку, да? Кому здоровье-то залечить? Так вот, наверное, сделать лучше всего. Ножичек с собой кинем. На-ка. Оп. Спокуха. Четверых стало. Так и... А, тут нельзя, наверное, ускоряться, да? Можно. Так, ну что, послушаться, они ничего не могут сделать. Они... Так, подожди-ка. Огненная стрела. У нас не хватает манны. На тебе. Тык-тык. На вилы, как говорится, да? Промахивается. Промахивается. Минус. Давай вон в того. Заколешь? Нет, а ты подходи вот к этому пока. Ага. Замечательно. Так, что у нас тут есть? Стрела. Победа. Так, мы и уровень сейчас получим, кстати. Так, знание либо атака. Давай, наверное, атаку. Это школа целительства. Мы ведем закрытый образ жизни и стараемся ни с кем не ссориться. А некоторые наши послушницы уже завершили обучение и могут присоединиться к вам, если вы компенсируете стоимость их учебы. Конечно, купим. Так, и вот это вот уже рыцарь. Кровожадный рыцарь. Обнаружены нарушители. Назовите пароль. Мы простые путники и хотим повидаться с Аракином. Нельзя просто взять и пройти мимо нас, не назвав пароль. Еще как можно, парни, к оружию. Одурманенный при помощи магии латник. Прям вот, блин, одурманенный, да? Так, крестьянин, я боюсь, он тебе всыпет, мало не покажется. Стой лучше пока. Так, а вот с этими надо разбираться. Ну-ка, сюда. Тю. Пока норм. Крепкий чел-то, посмотри. Так, может быть, ножичком? Сейчас я попробую метнуть у него. Ты твою налево. Подойди поближе. На. Бумс. На передовую. Вернули к жизни бойца. А вот латничка никто не воскресит. Так, ну-ка. Так, пора, по-моему, этих хануриков тут бомбашить. Достали уже бомбить, мешается столько. А, он не может. Да ёк-макарёк. Ты совсем, что ли, оборзел? Там лезет он мне. Вот так вот. Сейчас
Все, шикарненько. Так, побежали. И добивка, видимо. Да, хорошо тут полегло у нас бойцов-то. Пройти, говорит, нельзя. В песках вы обнаружили древнее изваяние. Что это? Похоже на статую древнего короля. В детстве я обучался у старосты чтению книг. Возможно, мне удастся прочесть письмена. Так, это изваяние посвящено королю Эленору, который славился путешествиями к дальним неизведанным землям. Что это? Амулет ярости начал светиться? Похоже, он обретает новые силы. Вы получаете новую силу ускорения. О, как. Слушай, я, наверное, вот этих вот... Подожди, вот этих вот. Давай-ка мы пойдем затаримся вначале. Потому что у нас... Мы уровень получили. Насколько помню, очки лидерства прибавились. Естественно, нам нужно брать армию. Взял, блин, армию. Только и хватило, что... Так, может быть, здесь крестьян хотя бы докупить получится. Да. Нехватка катастрофических денег. Ну что, может быть, разбойничка? Тут какие-то знания получим, если мы сейчас их накажем. Но я думаю, разбойников-то мы можем наказать. Ты же сам говорил, что волшебный обелиск где-то близко. И что? Когда мы придем на место? Спокойно, спокойно. По правде, я плохо учил мистическую археологию. Даю тебе еще одну попытку, маг, чтобы ты показал нам, где находится тот обелиск. Там наверняка есть чем поживиться. Стойте, а это кто там? Готов поспорить, эти парни следили за нами. От самой таверны. Быстрее, разделаемся с ними. Разделается он. Давай, хлыщ. Я подожду тебя здесь. Так, ну у них по армии-то как бы идет преимущество, если честно. У нас 14 крестьян. Это тебе не хухры-мухры. Да хорош. Ну-ка, сможешь кинуть? Сразу дуплился. Вот так вот. Ага. Ну что вытворяет? Блин. Еще выеживается. Вот и все. Так, давай-ка заберем денежку. Нам не резонно как бы дарить бабуле. Фига ты. Пройдуха совсем, смотрю, обурел. На тебе вилой в сраку. А, не могу, он же рядом стоит, точно. Так, надо нам залечить кого только. Так, вот сделаем. Двоих вернули. На, со спины, отлично. Хопа. Смотри, что творит, а. Жук навозный, на. Пошли сюда. Вырубили. Так, встанем сюда и кинем нож. И добивка. Круто. Крутенько. Так, и что у нас тут? Это древний обелиск мудрецов. Мы изучали их на уроках в школе целительниц. Если правильно сконцентрироваться, то можно получить частицу мудрости древних поколений. Стоит попробовать. Похоже, руки надо положить сюда и... Обелиск дает вам один плюс к знаниям. Так, ну а тут-то что? Омнис кратис стародум. Проклятье. Зачем отвлекать меня во время магического ритуала? Чужаки, как вы оказались здесь? Прокрались мимо стражников? Мы хотели наведаться к Каракину, но эти ребята не хотели нас пускать. Пришлось разобраться с ними. Глупые жестянщики даже с магическим оружием не могут разобраться со всяким сбродом. Посмотрим, как вы стоите против настоящей магии. Это он себя, что ли?
Огненный маг закончишь, понятно. Оу, эта штука тоже атакует огнем. Зачем так делать? Зачем так сурово? Мы ее можем... Ага, ее можно сломать. Ты глянь, что творит, а? Ну-ка. Эту штуку надо ломать. Есть. Что-то мне совсем не нравится тут, как происходят у нас дела, если честно. И это еще подгорает тут. Смотри, что творит, а? Так, ну-ка давай-ка мы сделаем огненную стрелу. Достал он уже. Есть. На тебе. Хорошо восстановили. Ну куда ты убегаешь, родной? Мы же не закончили еще. Все. Пускай лежит, отдыхает, загорает. Что хочет, делает. Опа. Опачки. Так. Куда пойти? Наверх, наверное, да? Я вам точно говорю, тут есть местечко, где продаются лучшие доспехи в округе. Есть даже зачарованные. И мы сможем стать настоящими рыцарями? Само собой, но для начала нам нужно сколотить немного деньжат. На мне они решили сколотить немножко деньжат. Я вас прекрасно понял, олухи. Так, крестьяне. Лучник, ты куда пошел-то? Это надо было стрелять, а не идти. Так, это у нас адепты. На тебе. Блин, крестьянин так не хочется туда отправлять, но, видимо, придется. Так, этот пропускает ход. И это шикарно. На-ка. Так, надо будет восстановить, наверное, нам крестьяшек. Вот это вот уже не дело. На-ка, со спины, естественно. Лучше всего бить со спины. Так больше дамага наносится. А здесь можно вот так сделать. Что-то мало как-то урона нанесла огненная стрела. Все. В дрибоданище. А вот теперь мы посмотрим, что у нас тут. Странные ребята ошиваются тут. Хотели получить экипировку бесплатно, но не тут-то было. Они у меня зачарованные. Пока печать не сниму, никто их одеть не сможет. Так. Плюс один, плюс один. Берем. А здесь плюс защиток две. Хорошо. Не хватает нам на то и на то. Что-то одно, ребят. Но тут две защиты, поэтому берем. Нормально. Так, а это у нас типа босса, что ли, идет внизу? Проверим. Мы давно хотим открыть свою кузницу. Делать мечи и доспехи. Но на все нужны деньги. А где их взять, как не у зазевавшихся путников вроде тебя? Вот так они решили. Так, тут кузнецы. Пропускаем ход. Пускай эти голодранцы сами идут к нам. Ничего себе, влупил. О-хо-хо-хо-хо-хо. Боюсь, ребят, ничего не получится. Я не смогу здесь победить.
Сразу тебе говорю, блин, и не уйти никак. Слишком много. Слишком много и слишком сильные они какие-то. Ой. Этот еще тут пришли, мешаются. Ё-моё, а. О, все, там, ребят, там один остался у нас, этот. Нет, это не вариант. К сожалению, это не вариант. С такой армией нам не справиться здесь. Жаль. Надо было идти на обычного мечника, а потом, если что, можно было бы вернуться, в принципе, да? А вот же, по-моему, уйти. Или что это? Да, я хочу покинуть. Так, уровень. Видя ваши страдания, бойцы собрали для вас немного монет. 50 монет они собрали. Этого мало. Эти маги совсем из ума выжили. Мы сами видели, как они использовали какие-то ужасные ритуалы, чтобы создавать своих чудовищ. Наше дело простое – охрана торговых караванов. Но с такими бесчинствами скоро в этих краях ни один торговец не объявится. Если вы, ребята, хотите навешать этим выжившим из ума огненным магам, то мы с вами. Именно этим мы и собираемся заняться в ближайшем будущем. Добро пожаловать в отряд. Ну, мечники хотя бы к нам присоединились. Это уже, ребята, большой и огромный плюс для нас. Так, тут наем. Волки, откуда их столько здесь? Надо популяцию их уменьшить. Да их всего три. Я уж там думал, действительно волков целая куча. Так, пропускаем ход. Так, нет, надо подойти поближе. Блин, не хватает. Так вот. Ну и мечник, естественно, мечник должен быть впереди. На тебе. Закалываем. Минус. Минус. Сейчас уничтожим. Стрела есть? Есть. Ну куда ты побежал-то, а? Волчонок. Все, ребят. Тут бомбанули. Так. И как мы пропустили табличку на дороге? Осторожно, злые волки. И еле ноги унесли. Как отсюда выбираться, даже не знаю. Да никаких проблем. Подождем немного здесь, а потом двинемся домой. Или может подвернется какая работенка. Ага. Крестешки по фулке. Чуть-чуть не хватает. Совсем чутка не хватает. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте завершим сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!